Вот приехала здесь Марина, старше над ними Галина Алексеевна в леське. Вот собирается идти, но чтобы не идти, она их на машине отвезет на моление. Вот и наши красавицы. Пожалуйста, какие еще юбки нужны? Да, уж о чем-то нападать можно, но не в этом там. Так это не просто так. Человек – это крепость. Ее надо сломить. Так, все. Давай, Полина, заходи в машину. Платье, смотри, не запачкай. Понимай маленько его. Мариночка, давай. Что-то у тебя юбка-то, подожди. Она тебе насквозь видать. Нет, это там он. Ну ладно, иди, иди. Там он. А то нам опять припишут что-нибудь. Вон она. Красавица. Это все равно сделать, чтобы невидимо было ноги. А что толку, когда она внизу все просвечивает? Вот так. Вот. Нижнюю опусти. Все, давай, садись. Я еще не... Поднимайте маленько это, верхнее-то, чтобы не запачкаться. У нас на левой стороне, и когда священник или кто проходит, кадит кадилом, за ним не разворачивается. Хорошо. Он кадит иконы, а не вас. Хорошо. Тоже иконный лик. Каждый мыслит себя, что он иконный. Грязно. Так, давай, Галина Алексеевна, это твоя паства. Детям подарки на 200. Ну давайте, уберите отсюда. А, туда подарки. Надо же это... Детям. Все, все, выходите. Ой, надо же это, Галя, не опаздывайте, я за велосипеде сзади поеду. Сопровождать. Ну, садитесь с нами. Что ты такая кубышка? А, вот так. Ты от нас должна уехать другая. Хорошо. Про нас говорят, кто толстый, говорят, у них в погреб сажают, через 3 дня поднимут на весы. И если только больше нормы, опять туда толкают. Они говорят, в бункере держат людей, поэтому такие они тонкие. А тут хорошо, понаехали. Давайте. Да. Галя, где это? Ну, посмотри, палку подопри. Ниночка. Так, я пошел. Пошел я. Все, с Богом. Там ни одного слова шепотом в храме не разговаривали. Вчера разговаривали. Стой рядом с ними. Если только будет что-то делать не так, мы их без обеда оставим. Ниже юбку обдерни. Она выше 10 сантиметров. От грязи пока, от грязи. Так какие? А вон наши ребята. Володя крышу кроет, я издалека покажу. Вот они. Сейчас я задержусь маленько. Это Андрюша там ему помогает. Вот так прибил. И сейчас пошел у них там. Вот под эту, на чем он стоит. Они делают, а доска наполовину только, брусок. Ну, молодежь. Вот осталось еще одну шиферину. А то вот дом Павла нашего был, Тихоновича Лапкина. А потом Никите, он не оценил. А теперь как? Он ни рубля не платил, ни документов, ничего нету. По дому ничего не было сделано, гвоздя не забито. Окошечко... Там стекло выставили в прошлом году для ласточек. Сейчас лежу на полу, валяется на 1000 осколков разбитое. Сказал бы, не поеду, пока все не выправлю. Не тут-то было. Это кому? Дядя Игнатий сделает. Я теперь должен брать стеклорез, приходить, вымерять, вставлять. Выпало, выпало, все. На той стороне окно тоже выпало, выпало. Как оно задерживается, я как будто не знаю. Не сужу, еще раз говорю, но хозяин есть хозяин. Ну так нельзя. А кто будет теперь жить? Ну, кто жить, Господь укажет, кто жить. Продаваться он не будет. Тут и я им подарил с таким намерением, с оговоркой, что дома эти не продаются. Вы ни копейки в них не вложили. Ты, если не... Вот Володя его обихаживает, вот видите, как вверху, вот тут сделал текло, где крыша это, протекает, где труба, там ничего, нигде, ни разу. Больше месяца только в этом году здесь он был, Никитушка. Вот они сейчас там Толю закрыли, теперь надо шифером, сколько шиферин прибили. А он сделал бы, Никита, никогда. На той стороне в прошлом году с помощью чьей-то. Еще раз говорю, изменить надо отношение к тому, что под тобой есть. В малом, вот он, Володя, вот прибили вверху, а то вот балкон, с балкона оформили. Вот они, наши сестры едут, сдает Галина их, везет. Сами откроют их, сами ворота надо открыть. Это калитка. Ну и там я. В скворечнике.
Вот Володя сказал закрыть голубятню, потому что я привожу новых голубей, чтобы они не вылетели. И закрыть их может на 2 недели, на месяц, пока эти привыкнут. А там что-то не закрывалось, он большую жердину там поставил и так оставил. А теперь все кошки, крысы туда могут попадать. А до этого кошки не могли попадать. Выговор он убрал. Но теперь эти это заперли, все голуби. Я вчера вышел, гляжу, вон там, где ворона, какая-то коршун, это ворона села. Гляжу, там голуби, 2 голубя. Я спрашиваю, а ты как же за этих-то закрыл, а те, ну они где-то, видно, вначале там уже снимаю, это, гнездится-то. А теперь-то они остались закрыты, а попасть-то туда не могут. А раз не могут, это означает что? Что они без корма, без воды. Да как же так? А когда закрыл-то? Да вот, да они же без корма у тебя там. Тут-то они не могут попасть, а это там у них гнездо, они тайно сделали на этой голубятне. Ну и срочно Володя вчера подгреб пшеницу, воды налил. Это мелочь? Да, мелочь. Из мелочи мозаика к жизни нашей. Вчера вот пошел, договаривался с Андреем, чтобы наших там, на том же поезде. Да нет, да много, да, ну ладно, много, и вещей много. Ну, договорился с Алексеем, он бы всех взял. Нет, 2 машины погнали. А там гостей мало, и 2 машины зря. Что сегодня, да, зря было. Прожгли горючее, сами не спали, дремать будете. Это ночью надо ехать-то. В 6 уже поезд приходит. Понимаете, вот это ничего нет. Осознают, когда уже все прошло, деньги истрачены, говорится. И все, потоптано. Это я подхожу к своему скворечнику. Ну, я же вчера говорил, ну вот. Ну, когда говорю, хотя бы на обсуждение берите. Это так понятно было. Что никогда... 19.1 Серахов говорит, кто ни во что ставит малое, мало-помалу придет в упадок. Все. О, где, говорит, Буска? Вот она прибежала с улицы. А на улице дождик моросит.